Всем привет! Сегодня у нас будет конечно, смена на автобусе Каугус 280. Уже в Роблок, там как бы это. Да. Сегодня мы на этом автобусе поедем по маршруту 8 от терминала Б до главного склада. Маршрут уже выдан, так что поехали. У нас старт этой остановки, это главный склад, все равно. Кстати, в эту карту можно еще играть со своими друзьями. Это я сделаю в субботу после занятий, да. Ну и вот, собственно, моя работа там такая пока что. Когда вот сюда закрываю дверь, сразу немного шума становится. Поэтому заранее вот так делаю и закрываю двери. Нормально, поехали. Блин, проехал. Пойду, что этот газ уже зеленый будет. Долгое дело. У меня почему-то задние двери не открываются. Также с передними такая ситуация была, когда я играл без записи. Так, это что у нас? Улица Удачи. Следующая остановка у нас супермаркет. Блин. Конечно, у меня некоторые проблемы с этим управлением в том, что у меня почему-то зажимается какая-то кнопка поворота. Что бывает. Конечно, от лица первого... Конечно, от лица первого лица не получится сделать. Потому что надо контролировать. Контролировать вот это положение, поэтому от первого лица не получится ехать. Поэтому я только, ну не знаю, что получится там такого. Да блин. Опять выхожу на тротуар, да что ж такое? Так вот, мало ли кто-то еще может прийти, а я уже в этот раз снимаю там. В следующий раз попробую снять видео с троллейбусом уже, или с другим автобусом гармошка. Эта модель тоже будет Икарус 280. Или я вообще могу уже Икарус 260 снять поездку. Ну, я работаю на автобусе. Да ёкарли-баба, бабай, а?
Да блин! Открой ты, блин, двери! Автобус, конечно же, такой уже немного старый, потому что, ну, он был из СССР. СССРский автобус там был, типа такого. Вот поэтому он немного старый. Короче, наконец-то доехали до конечной. Как там? Нормально. Короче, приехали на конечную. Ой. Давайте все-таки поменяем маршрут обратно на главный склад. Вот так. И таким же путем поедем обратно. Видео, конечно же, будет небольшое, поэтому просто мне вообще надо скоро уже в школу, потому что у меня школа, знаете, вообще первая смена у меня. Там надо было быстрее мне работать там такого. Ну и что это там дело? Здесь мы тогда становимся правильным классом. Да. Правильно остановились. Нам словим надо лево, надо. Блин. Да, дальше надо направо, а затем налево. Хотя, наверное, вот эта остановка, я так понял. Вот в субботу обещаю сниму видео с друзьями, как я отыграю. Могу даже поездку снять тут. На каком-то транспорте. Поэтому обязательно напишите комментарий. У нас остановка супермаркет. Но это не конечная. Говорят, что это конечная остановка, а наоборот для меня еще нет. Такс. Тут же музыка играет. What the fuck? У меня передние двери типа не закрываются. Прикол.
панели. Не совсем таким каким-то поехали, ладно. На это уже пофиг. Вот и конечно. Ну вот и все, вот тут старт, а это уже главный склад. Все, мы приехали. Поехали в парк тогда. Мы вообще можем, в принципе, без... разницы, куда поставить автобус. Все равно же, когда я буду выходить, он сам удалится. Вот, удалился теперь. Если вам понравилось видео это, обязательно ставьте царский лайк и пишите комментарии, какие еще мне транспорты снять тут на следующем видео. А в субботу мы будем снимать это друзьями. Обязательно. Ну что ж, до новых встреч и всем пока.